мои хорошие? Что, мои красивые? Мамины. Мамины-мамины. Мамины-мамины, деточки. Да, солнышко мое. Сейчас, моя зайка. Ай, ты мое солнышко. Мамины. Очень красивые дети. Очень красивые у нас дети. А это еще малыши. У нас нет профиля, чтобы доделать вольер. Чтобы их выпустить на улицу. А они подросли. Они подросли, ребят. И им срочно надо уже гулять на улицу. Мы открываем им окна. Они целый день с открытыми окнами. Но, друзья, пожалуйста, детям уже обязательно надо. Надо, просто надо. Уже на улицу. А у нас нет ни сетки, ни профиля. Я прошу вас, ребят, помогите. А еще нам надо минимум с этой стороны, еще минимум 3 бытовки поставить. И вот здесь, ребята, нам надо докончить еще 2 ряда, вот так, 2 ряда вольеров. И приют будет готов. И мы сможем всех спасти и вывести. Прошу вас, друзья. Понимаете, вот этот приют, это, наверное, мечта моего детства. Я с детства собак любила, хотела их спасать. Тащила в дом все, что шевелится, все, что мявкает и тявкает. Тащила все. Понимаете? А сейчас, когда мне 60 с лишним, эта мечта стала воплощаться благодаря вам. Ребята, вы ведь тоже о чем-то мечтали в детстве, уверена. Многие из вас мечтали. Многие из вас мечтали завести собачку или котика. Но не было возможности, были родители против или условия не позволяли. Друзья, пожалуйста, давайте сейчас все вместе. Давайте вспомним свое детство, вспомним себя. И давайте сделаем что-то хорошее, по-настоящему хорошее. Ну, никто же из нас не умирает с голода. Никто, кроме нашего приюта. А у нас и долг 1 000 000. Мы никак его никак не можем погасить. А строимся вот из кусков, что можно, понимаете? Ну, уже никаких сил не хватает искать то один кусочек, то одну трубочку, то еще что-то, то досочку. Понимаете, мои хорошие? Что, мой Флорик, мальчик мой красивый, мое солнышко, иди сюда, мой зайка. Красавчик мой, да, ты маленький, тебя гуляли уже сегодня. Сейчас пойдем гулять с тобой, мое солнышко. Вот малыш у нас поправился уже. А был бедненький такой страшный, да, Флорик? Маленький мой. И ты танцуешь, да? И ты танцуешь. Зайка моя красивая. Флорик, солнышко мамино. Красивый мой мальчик, мое солнышко. Зайка моя. Ты мой золотой. Ну ладно, не трогай его, он хороший. Иди сюда, иди, иди, мой маленький, иди сюда. Не обижайся, иди сюда, иди мама погладит. Он обижается, что я не беру его на улицу. Сейчас пойдем, малыш, сейчас пойдем, сейчас пойдем. Сейчас пойдем гулять, солнышко. Ты красавица моя. Красивая девочка у нас. Вот такая симпатичная, красивая. Вот наш такой потрясающий мальчишка с удивительным цветом. Удивительный цвет. Сиренево-коричнево-серый. Очень удивительно. 2 года назад мы выкупили его у алкашей скелетом. Он там умирал, лежал закрытый в гараже у них. Да, малыш? Мое солнышко, ты красавчик. Мои хорошие. У нас все ласковые. У нас все замечательные и хорошие. Все ласковые. Пожалуйста, приезжайте к нам в гости, друзья. Не пожалеете. У нас, правда, очень добрый и очень хороший приют. Очень добрый и очень хороший. Маленькие мои. Маша, иди сюда, Машуня моя. Машунечка моя красавица. Да, 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 да. Они не злые, они так развлекаются, потому что скучно. Надо вывести еще 300 собак. 300 надо вывести, ребят. И еще у нас мало корма опять. Очень-очень мало корма. И помощь вообще, я не знаю. Я понимаю, там были новогодние праздники, все прочее. Ребята, у нас помощь, ну просто почти остановилась. Вот у них же никого нет, кроме вас. Но они же не виноваты, что они родились бездомными. А любви, ласки, тепла, они очень хотят. Понимаете? Пожалуйста, ребята, ну давайте им поможем. Ну, пожалуйста, ну давайте спасем эти жизни.
Здесь у нас те, кто лечится. Мы сено купили, а в сене, наверное, был лишай. И вот так малыши у нас сейчас выздоравливают. Мы уже обработали, уже уколы сделали, поэтому глажу спокойно. Вот намазали ламизилом уна, чтобы самые страшные, самые сильные раны. И сделали вагдерм. Мы лечим, ребят. Здесь у нас карантин вот для тех, кто у нас подхватил лишай в сене. Друзья, ну помогите нам, пожалуйста. Пожалуйста, помогите нам. Я очень вас прошу. Очень-очень. Понимаете, ну не выжить приюту без вас. В России пока еще нет защиты для наших бездомных. Мы только-только просыпаемся. Россия наша только-только просыпается. А ведь мы всегда славились своей добротой. Скажите, мои хорошие, ну что же мне делать? 17 лет, каждый день, с протянутой рукой, с рассказами, с описанием. Мои хорошие, ну очень устала. Очень устала, а бросить, друзья. Потому что у них никого нет, кроме нас. Никого нет, кроме нас. Ну что же нам делать, мои хорошие? Россия, милая моя, ты такая огромная. Ну отзовись. Ну пожалуйста, Россия, отзовись. Ну давайте хоть немного добра принесем в нашу страну. Ну давайте, надо же рано или поздно это начинать. Ну давайте просыпаться. Ну давайте включать нашу доброту. Давайте. Она спит у нас, глубоко внутри спит. Но мы же всегда были самой доброй нацией мира. Мы же всегда всем помогали. Ну что с нами случилось? Россия, миленькая моя, отзовись. Я прошу вас, ребята, пожалуйста, отзовитесь, люди, родные мои. Ну давайте построим этот приют и спасем ушастых. И, возможно, скоро наступит то время, когда мы примем закон о настоящей, об обязательной стерилизации. И тогда эти приюты будут не нужны. Потому что будет контроль за рождаемостью наших животных. Будут стерилизованы звери. Будем животное брать по разрешению, а не как игрушку покупать, где попало. Я прошу вас, ну давайте им поможем. Ну, пожалуйста, мы же все люди, мы же все нормальные, хорошие люди. У каждого из нас внутри есть доброта, есть. Прошу вас, давайте поможем. Старая я уже. Большую часть живу на эмоциях. Ребята, миленькие, ну, пожалуйста, помогите нам, ну, помогите построить приют. Помогите вывести наших ушастых, помогите нам их спасти.